Фруктовый чай Пина Колада 2 состоит из кусочков яблок, плодов шиповника, гибискуса, кусочков ананаса и кокоса. Напиток ароматизирован натуральными маслами. Среди многообразия душистых и вкусных напитков фруктово-ягодный чай занимает лидирующую позицию. Традиция заваривать кусочки плодов вместе с травами, пряностями и цветочными лепестками уходит корнями в те времена, когда сахар был еще недоступен большинству обычных смертных. Купить фруктовый чай или приготовить его самостоятельно, воспользовавшись садовыми дарами, всегда было достаточно просто. Напиток стоит заваривать 5-7 минут при температуре воды 90 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 мл воды.